На повестке дня не только обсуждение передовых методов лечения и вопросов улучшения качества оказания медпомощи, но и проблем, назревших в травматологии и ортопедии. У нас на подключение планируется не менее 150 лечебных учреждений, которые будут участвовать в проведении вот данного заседания. Часть очно здесь, другие удаленно. Проблем в отрасли, рассказывают врачи, немало. Основная сегодня – это импортозамещение. Практически все имплантаты ранее поставляли из-за рубежа. Это все высокотехнологичные изделия, и они в основном поставлялись у нас до недавнего времени, в общем-то, из-за рубежа в основном. Чего там греха стоить? В основном американские компании нам сюда все завозили и держали наш рынок, в общем-то, не побоюсь этого слова, железной рукой. Как считают сами врачи, большое внимание нужно уделить развитию отечественного производства. И контроль качества изделий – это еще одна зона ответственности Ассоциации травматологов-ортопедов. Нужно, чтобы доктора получали качественную продукцию, и она не уступала зарубежной. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.